23 ноября 2012 года. Ну вот так выглядит мой кабинет. Вот это материалы, которые необходимы для изготовления веревофабрик. Вот такая ткань, которая пропускает воздух, влагу, но не пропускает червей, но она не прочная. Такая ткань очень прочная, но пропускает все. Это, соответственно, пленка, которая ничего не пропускает. Это клеенка, тоже, которая ничего не пропускает. Это утеплитель. Вот. Ну, соответственно, петли, уголки. Вот ванночки для полива, молнии для изготовления мешков, колеса, вот розетки, вилки, терморегуляторы для мобильного обогрева. Вот он, тут почти законченный экземпляр, а это готовый. Вот краска 4-5 цветов, которые в фабрике я изготовляю. Ну, соответственно, набор сверл. Вот. Набор материалов, гаечек, болтиков, шайбочек, заклепок. Вот. Ну и дальше 70 наименований инструментов. Ну, какие из них нужнее, какие нет, вам виднее. Ну, вот все тут: тиски, дрель, фен. Короче, все, чем я пользуюсь, ни одного исключить вот это из этих инструментов нельзя. Ну, в том числе вот здесь вот несколько видов напильников, несколько видов игл, резак. Вот, ну, всевозможные кабеля, утеплитель, вот уголок там еще, сетки все. Все это как каждую минуту бывает нужно при изготовлении вермифабрик. Ну, соответственно, здесь вот книги, которые я отправляю. Титова, «Дождевые черви», Труля и «Увеличена земля». В этих же книгах упоминаются и мои верные фабрики, и мое имя. Вот. Ну, конечно, нужна и машинка для шитья мешков. Ну, и вот сама вермифабрика 50-литровая почти готова к отправке. А вам только остается решить. Ну, вот тут картошка у нас так хранится. Это весь посадочный материал, который мы засеиваем почти что сотку. Ну, вот эта булавочка здесь. Но я не считаю каждую булавочку за наименование из 70 инструментов. Вот если одна булавка или одна иголка, будем считать одно наименование. Ну и, конечно, мера безопасности, перчатки, очки. Это нужно выполнять. Ну, а теперь сами решайте, что вам лучше приобрести. Значит, пособие, как делать вермифабрику и кучу вот этого инструмента, и мучиться с ее изготовлением, или сразу готовую. Сразу скажу, что чтобы покрыть вот эти расходы все на инструмент, нужно изготовить минимум 10 вермифабрик. Минимум. Тогда покроются расходы на материалы. Хотя многое тут закупается оптом, по дешевке, как говорится. И я бы, например, если бы даже приобретал несколько вермифабрик, то до 10 штук целесообразнее просто приобрести готовую вермифабрику, а не пособие по ее изготовлению. Так что делайте выводы, решайте сами. Всего доброго, успехов вам в вермиделе.